2023 год, 15 ноября. Здесь ребенка с диагнозом гидроцефалия, но это нужно наметить, что эта гидроцефалия нормотензивная, то есть окружность головы здесь не увеличивается. Просто здесь 100% отсутствует головной мозг и мозжечок. То есть здесь вариант Денди-Уэкера. Гидроцефалия, да, вариант Денди-Уэкера. Берді айтыш келе, берді миеде су бар, миеде су барлығы үшін 100% су бар, хатта мияя, миячая мұқалып кеткен, ва бұйырда норматинзив, яғни мия ішінде су басым бермей апты, ва мия айланасы, кәлләні айланасы кәттерләшмейді. Лекен бұйырда қандай өзгәріш болады, шу мия тікләніп кетеді ма? Здесь стоит вопрос, этот головной восстановится ли, ребенок имеет ли жить право на жизнь. Здесь вот узнаем от бабушки, какие у них изменения. Вот недавно мы, кстати, таких больных у нас очень много. Наверное, только такие больные лечит доктор Джайли, потому что из-за рубежа очень много к нам приезжают, даже с Америки, с Европы приезжали. Значит, много беморлар бізді жүді көп, Америкадан, Европадан нам келепті, шу балалар яшашке хақы бар ма? Ва бұ торыста нема өзгерістар бөгенде, қысқа гене бабушкасын көрсетмеген қолда, бұвасыны. Біз бимарды өзіні көрсатып тұрып, мақылан, қанақ өзгерістіп өген біләміз. Бұндан бір ай алдынан, шынақы бітті бимарымызды көрсаттік, 2,5 ел дауаланғанда миясы ол, екен қанақы өзгеріш болды. Бітті нәрсені айтып қоямақ жұман, мияның кәтті ярымшарлары ең болса, мияча болса, миячаның өзі рухи фаулиятті қысыман тәмірлейді. Лекен әсілді мияча бұл харакетті тәмірлейдіген орган. Нужно сказать, что у наших некоторых больных получали головного мозга отсутствует, но мозжечок имеется. У кого мозжечок имеется, у них уже мозжечок сам по себе тоже иногда дает определенные психические деятельности. Но хотя мозжечок является органом, который обеспечивает наше движение, план из наших движений. Вот здесь можно посмотреть, вот, значит, меня юспая скорбь, даже вот мозжечка тоже нет, вот мозжечок, вот совсем маленький, вот рудиментарный мозжечок. И, значит, извилины корпус и структуры почти отсутствует. Демек, мияны пшталары бутыле йок. Но из-за чего изменение будет? Восстановится ли головной мозг? По нашим наблюдениям, по методу доктора Джалила, есть определенные изменения, значит, определенные изменения именно в плане томографии. Томография хлосаларсыз чуяткеніз жоқ. Томография хлосалары да биморда өзгерішлер болу епті. Ойоғларыны көрсетейін. Нема яқшы, нема яма өзгеріш. Біріншісі, ойоғлары семіріп қалды. Нема болу епті? Яшу, да? Ойолары яхшу болды. Обычно такие дети говорят, что все время спазм, и ноги, руки худеют. Вот мама говорит, что руки, ноги стали теплые, влажность ушла, открылась кулак чуть-чуть, и, значит, стали они более, намадиды, симр болды. То есть стали более массивными. Мышечная система. Вот. Энди, я нема яхшу узгарышлар, уйзайте. Гапка чунып қалды. Гайып начал понимать. Слова обращений начал понимать. Яначе? Йоғлашылар тамайган, да? Нымасы? Йоғлашылар тамайган. Сон стала нормальный, мучительный плач ушел. Азобланген иғы болады да болады. Шу иғы йоқ. Яначе? Башыны шапкасын алынч? Шапку берите, пожалуйста. Башыны ям сал-сал тутеп. Начал чуть-чуть держать и голову тоже. Хорошо? Так, көзі нигахлары чи? Нигахлары. Яхшы. Нигахлары ям қараяпты ма? Значит, взгляд какой? Взгляд тоже, говорит, нормализуется. Аллах спасенесе, дай Бог вам выздоровление, чтобы мы видели, чтобы этот ребенок тоже был в ряды здоровых людей. Аллах спасенесе. Вай. Вот делает дуа, делает пожелания хорошие здесь. Ой, молодец. Молодец. Рахмат кетті, Аллах қолласын, молодец. Здесь тоже вот имеется ребенок, но изменения сейчас про него тоже скажем. Кто согласен? Аллах спасенесін, дай Бог вам здоровье, Аллах спасенесін.